В этом году сразу несколько муниципальных учреждений дополнительного образования для детей в Протвино отметят свой юбилей – 25 лет. Городская художественная школа в их числе. По случаю торжества в Протвинском выставочном центре открылась выставка ее выпускников под названием «Любимой школе 25». Из истории. Городская художественная школа была открыта в Протвино 1 октября 1990 года. Изначально в ней обучалось всего 40 учеников. В педагогический состав вошли именитые художники города. Из них три члена Союза художников России, 4 члена Творческого областного союза художников, заслуженные работники культуры города Протвино Николай Станиславский и Владимир Михненков, заслуженные работники образования города Протвино Надежда Ревская и Владимир Гвоздюк. Такие преподаватели, такие дети. Хотелось работать. Но мне и сейчас хочется. Я думаю, что и всем, кто работает в школе, этого тоже хочется. И сейчас просто сердце радуется, когда смотришь вот на эту выставку. Ни в одном городе не проходит выставка такая выпускников. Вот 5 лет, юбилей, мы делаем такую выставку. И действительно здорово. Первые были замечательные выпускники. Сейчас, конечно, пожизненно. За время своего существования художественную школу окончили более 600 человек. Каждый год в лучшие художественные вузы и училища страны поступают свыше 30% ее выпускников. Многие уже успешно закончили учебу и сейчас трудятся по специальности. Среди них известный протвинский художник Федор Помилов. Помню этот день, 1 октября 90-го года. Конечно, много прошло времени. Ну, что можно сказать, действительно замечательное время было, и здорово, что у нас, да, здорово, что у нас открылась эта школа, вот. Не надо было никуда ехать, потому что до этого ездили там в Серпухов, там куда-то там, прямо шаговая доступность, и я очень рад, что я закончил. Поздравить родную школу с юбилеем приехал еще один ее выпускник, знаменитый российский дизайнер Владимир Лифанов. Я просто хотел сказать, что те 7 лет, которые провел в этой художественной школе, собственно, и сформировали меня как человека, потому что нигде больше никаких знаний особых не получил. Официальное поздравление сотрудники художественной школы приняли и от первых лиц города, руководителя городской администрации Георгия Мущика и главы города Протвино Валерия Борисова. У вас очень хороший задел в вашей школе. Я знаю прекрасно, что у вас действительно люди искусства, но немножко мы далеки от экономики. Да? Поэтому единственный, наверное, правильный подарок в такое 25-летие – это заверение руководителя администрации, что школа была, будет существовать всегда, пока, так сказать, есть желающие, есть люди, которые любят само искусство. Надежда Владимировна, мы знаем, что вы столько труда вложили в Афину. Мы желаем вам, чтобы вы и в дальнейшем каким-то образом нашли в себе силы и продолжали радовать нас своим талантом обучения детей. Посмотреть на работу выпускников художественной школы можно до 13 ноября в Протвинском выставочном центре.